Человеку надо мало, чтобы искал и находил, чтобы имелись два начала, друг один и враг один. Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Много раз слушала стихотворение Роберта Рождественского и по-разному всегда видела смыслы. Сейчас пришла к тому, что все материальное благополучие, амбиции, которыми мы сегодня озабочены, это мало для того, чтобы чувствовать себя счастливым. В стихотворении речь идет о простых человеческих ценностях, которые рано или поздно перевешивают чашу весов. Стихотворение об этом, с перечнем этих ценностей, о которых мы подчас забываем. Человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал. Перечитайте этот стих, возможно, вы обретете новые смыслы, как это получилось у меня.